Бывшая жена актера сериала «Универ» Виталия Гагунского закатила экс-супругу очередной публичный скандал. Ранее Ирина Майерко неоднократно обвиняла артиста в том, что тот не общается с дочерью, избегает алиментов и врет по поводу разрыва. Позже за Гагунского заступилась его коллега по сериалу Мария Кожевникова. Актриса заявила, что слова Ирины не соответствуют действительности. Мол, Майерко делает все, чтобы лишний раз повысить собственную значимость, а заодно заработать денег на походах в шоу. Понимая, что общественность не на ее стороне, Майерко поделилась скриншотами переписки, где буквально умоляет бывшего супруга навестить ее и дочь. «Виталик, надо почаще с Миланой общаться, а то упустишь, сложнее потом сблизиться. Она и так показывает, что недовольна редким общением. Все ее недовольства в твой адрес, следствие редкого общения», написала Майерко бывшему мужу. Сама Майерко созналась, она не знает, как найти к бывшему мужу подход. Пыталась она повлиять даже угрозами, но и они не действуют на Гагунского. «Если все это не прекратится с твоей стороны, я молчать не стану. Включи голову и веди себя достойно. Сам жалеть потом будешь», отмечала она. Примечательно, что в свои 10 лет Милана Гагунская уже сама зарабатывает на жизнь без помощи родителей. Девочка задорно поет и имеет 700 тысяч подписчиков в Инстаграм.